Региональные депутаты объявили очередную войну джин-тоникам и энергетическим напиткам. Вскоре вновь планируется принять местный закон. Народные избранники предлагают запретить продажу и употребление лицами до 18 лет любых энергетических коктейлей, и алкогольных, и безалкогольных. А также запретить их реализацию вблизи образовательных и медицинских учреждений. Инициатива вызвана тем, что по показателю алкоголизации молодежи Архангельская область первая на северо-западе. А пагубное влияние этих напитков на здоровье молодого организма уже давно доказано. Это очень сильно влияет на работу, в том числе и внутренних органов, в том числе сердца. Когда особенно это происходит в каких-то дискотеках, то есть либо перед дискотеками ребята выпивают эти напитки, а после этого, помимо того, что они находятся в опьянении, они еще и находятся в состоянии бешеной энергетической активности, и ситуации очень страшные бывают, когда они падают на танцполе, когда их увозят в больницы, когда вплоть до летальных случаев из-за того, что просто смесь алкоголя и энергетика, это просто, не знаю, десятикратное увеличение действия алкоголя со стороны, вот благодаря энергетику. 2 года назад архангельские депутаты уже принимали подобный закон, но он был отменен Верховным судом. А внесенный ими в Думу федеральный законопроект так и не рассмотрели. Неудачу в продвижении инициативы тогда связали с алкогольным лобби в Москве и на местах. Стоит отметить, что в некоторое время спустя аналогичные законы начали действовать в 24 субъектах России. Сейчас готовятся к его принятию в Москве и Московской области.